Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о новом коллективном договоре открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Для более наглядной демонстрации всех преимуществ нового коллективного договора рассмотрим ситуацию, когда молодой человек, находящийся в начале трудового пути, останавливает свой выбор на российских железных дорогах. И его выбор не случайен. Давайте разберемся, почему. Дело в том, что трудовые отношения в РЖД регулируются одним из лучших коллективных договоров в стране. На сегодняшний день это самый эффективный инструмент привлечения, удержания и мотивации работников. Итак, перейдем к детальному рассмотрению причин, по которым молодой человек выбрал российские железные дороги. Первое – это индексация заработной платы. Второе – гарантированное предоставление медицинской помощи. Третье – пенсионное обеспечение. Четвертое – оплачиваемый отпуск. Пятое – оплата сверхурочных и праздничных дней. Казалось бы, перед нами стандартный социальный пакет, гарантированный законодательством Российской Федерации каждому работающему человеку в нашей стране. Однако российские железные дороги, как социально ответственная компания, проявляя заботу, расширили перечень обязательств перед своими работниками. Прежде всего, появилась возможность при финансовой поддержке РЖД пройти обучение и повысить квалификацию. Кроме того, некоторым категориям работников, помимо основного ежегодного отпуска, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск и бесплатный проезд железнодорожным транспортом. В дополнение ко всему, РЖД компенсирует своим работникам часть затрат на занятия спортом. В итоге мы получаем внушительный список социальных гарантий уже в самом начале трудовой карьеры молодого сотрудника. Выбор в пользу УАО РЖД более чем очевиден. Но это только начало трудового пути. Цель каждого молодого человека – профессиональный рост. В УАО РЖД существует целая система профессиональной подготовки кадров в образовательных и учебных центрах, технических школах, где работник может повысить свою квалификацию. В результате из молодого сотрудника получается хорошо подготовленный специалист высокого класса. Российские железные дороги ценят профессионалов и делают все возможное для их дальнейшей мотивации и профессионального развития. Для этих целей в РЖД существует система социальной поддержки персонала, в которую входят различного рода гарантии, компенсации и льготы. В первую очередь, российские железные дороги подумали о будущем своих работников. Жизнь любого человека должна состоять из любимой работы и любимой семьи. И каждая из этих сторон жизни работников РЖД имеет поддержку со стороны компании. Появление у молодого работника семьи ставит перед ним новые задачи и накладывает определенные обязательства. В этот период жизни, как в никакой другой, необходима поддержка. Российские железные дороги позаботились и об этом. Работник РЖД всегда может рассчитывать на дополнительный отпуск для регистрации брака, по уходу за ребенком, на пособие по беременности и родам, на единовременное пособие при рождении ребенка. А при возникновении потребностей, связанных с приобретением или строительством жилья, РЖД предоставляет работникам субсидии и займы. Дом, семья, любимая работа. Что может быть лучше? Но время идет, дети растут, а вместе с ними растут и наши потребности. Удовлетворить возникающие потребности поможет новый элемент системы социальной поддержки персонала – компенсируемый социальный пакет – КСП. Благодаря КСП значимые категории работников в пределах определенного лимита могут самостоятельно выбирать для себя тот вид социальных услуг, который им необходим, и компенсировать свои затраты за счет финансовых средств РЖД. Вы можете выбрать оплату услуг детского сада или отправить семью на курортно-санаторное лечение в райский уголок, где много моря, солнца и диких обезьян. А можете потратить выделенные вам компанией средства на оплату спортивных секций или услуги культурных учреждений. В любом случае, выбор за вами. Все родители хотят видеть своего ребенка успешным, талантливым и счастливым. Но без образования здесь не обойтись.
Поэтому российские железные дороги предусмотрели возможность предоставления мест в образовательных учреждениях детям работников и организацию летнего отдыха и оздоровления детей. Дом, семья, любимая работа, умные дети – что может быть лучше? Но время идет, и недалек тот час, когда, повзрослев, дети разъедутся по своим делам, а вы вдруг почувствуете, что вам уже далеко за 60. Большую часть своей жизни вы посвятили российским железным дорогам. Вы и компания – это одно целое. Поэтому УАО «РЖД» продолжает заботиться о своих работниках и после того, как они выходят на пенсию. У вас остается право на бесплатный проезд, медицинское обслуживание, включая дорогостоящее лечение. Вы можете продолжать пользоваться санаторно-курортным лечением и, что важно, получать дополнительное пенсионное обеспечение. При этом вы можете заблаговременно сформировать свою негосударственную пенсию. Компания перечислит в негосударственный пенсионный фонд столько же финансовых средств, сколько будет внесено работникам. Мне кажется, что уже ни у кого не осталось сомнений в том, что коллективный договор УАО «РЖД» на сегодняшний день является одним из лучших в стране примеров предоставления социальных гарантий и поддержки персонала. Путь длиною в жизнь, который вы готовы проделать вместе с российскими железными дорогами, достоин вас.